Распевка аналогична разминке спортсмена. В ней залог успешного выполнения певческого задания, считает Екатерина Герасимович, участница отборочного прослушивания. Занятия в музыкальной школе у меня 2 раза в неделю, а дома я в основном тренирую дыхание и перед зеркалом смотрю, как мне нужно рот открыть правильно, чтобы звук был правильный. Екатерина занимается вокалом уже 5 лет, но в конкурсе академического пения участвует впервые и очень волнуется, хотя педагоги возлагают на нее большие надежды. В прослушивании принимают участие учащиеся детских школ искусств Ленинского района, а других участников заявки тоже поступают. Их уже 55. 11 из них – жители нашего района. Пригласили куратора нашего методического объединения из Электростальского колледжа, который курирует работу всего нашего учреждения по разным направлениям. Вот в данной ситуации у нас представитель по вокальному исполнительству. Все остальные регионы, они сами проводят эти прослушивания отборочные и присылают уже нам рекомендации от своего методического объединения, от зоны методического руководства с целью направления на наш конкурс. Конкурс сначала был школьный, потом перерос в областной. А в этом году Министерством культуры ему присвоен статус всероссийского. Развивается конкурс движений в развитии. Мы не будем на этом останавливаться. Может быть, какие-то у нас есть задумки и в дальнейшем продвигать этот конкурс. Может быть, на международный какой-то уровень выходить. Поэтому у конкурса большая история. В отборочном туре каждый участник исполнял 3 композиции. Комиссия рассматривала уровень технического мастерства, трактовку и эмоциональную выразительность выбранных произведений, а также артистизм и уровень сценической культуры конкурсантов. Такое мероприятие бесспорно может стать трамплином в мир искусства для начинающих артистов. У детей будет прекрасная возможность реализовать свой творческий потенциал и попытаться сделать первый шаг к своей мечте. Наталья Буслаева, Павел Игнатьев, Елена Кошелева. Видное ТВ.